И вот, в принципе, уже получилось. У меня двумя руками было проще сложить. В принципе, ну, стоят красиво и, в принципе, удобно. Проводок и есть USB кабель. Сейчас я подключу, и мы посмотрим, сколько памяти на нем есть. То есть, вы видите, написано... Где написано? Ну, в общем, видели, 32 гигабайта. Так, вот тут тоже мы видим 32 гигабайта. Мы это сворачиваем все. Вот, видите, мой компьютер. Диск Е, то есть еще носителя не видно. Мы берем USB кабель, берем наушники и подключаем. Вот, подключили. И вот смотрим. Так, сейчас они должны у нас появиться. Вот, видим. То есть, смотрите, мы видим здесь 31 гектар. 21 свободных. Нажимаем СВУ. Так, это мы не проверяем, уже проверяли. Так, свойства. Так, вот. Вот и свойства. Смотрим. Да. Ну, а теперь я хотел бы вас немножко научить, потому что все, что вот на первое время показано, это не факт, что здесь есть 31, то есть 32 гектара. Почему? Потому что китайцы научились как-то так делать. На самом деле здесь может быть и 4 гигабайта, и 5, и 6. То есть как это? На вот 32 гектара вы можете смело на эту флешку забрасывать видео. Но если здесь в идеале 7, то остальные вот... 23 гектара просто работать не будут. И фильмы воспроизводиться тоже. Сейчас я покажу вам программку, благодаря которой можно проверить, действительно, есть ли тут 32 памяти. Так, вот. Вот как она пишется, вот первая. H2 тест. Заходим. Ее, кстати, даже устанавливать не надо. Вот она какая есть. Так, выбрать язык, ну с английским проще немножко. Есть, потом вот нажимаем Select Target. Здесь непосредственно выбираем нашу флешку. Так, вот он, съемный диск. Видим 31 гектар, нажимаем OK. Так, и вот в принципе галочка, чтобы проверить полностью всю флешку или конкретно какой-то размер. Выбираем всю флешку. И вот, в принципе, нажимаем «Поехали». Так, ошибка какая-то. Окей. Все, и программа поехала. Ребят, программа, в принципе, может занять и вон, видите, 7 часов. То есть, ну, я надеюсь, будет немножко 5, вот, немножко быстрее. Но я думаю, ждать мы этого не будем. Я потом покажу, как оно все